Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Умер телеведущий Олег Марусев. О смерти Олега Марусева сообщил актер Станислав Садальский. Гибель коллеги стала для него настоящим шоком. Артист скончался в возрасте 76 лет в Москве, что стало причиной ухода звезды экрана, пока не сообщается. В своем инстаграм-аккаунте Станислав Садальский посвятил Олегу Марусеву теплые слова и выразил соболезнования его родным и близким. Актер признался, что известие оглушило его. Узнав трагическую новость, он просто впал в ступор. Россияне присоединились к соболезнованиям. Жаль, пусть земля будет пухом, добрая светлая память, царствие небесное. Как жаль, неожиданно, невозможно поверить, высказались фолловеры. Поклонники ждут, когда будет объявлено о дате и месте прощания с Олегом Марусевым. Олег Марусев, актер театра и кино, телеведущий, режиссер, заслуженный артист России, актер театра Луны, преподаватель высшей школы кино и телевидения Останкино. На счету у знаменитости более 20 работ в кино. Также Олег Марусев стоял у истоков программ под знаком зодиака «Старая квартира» и «Пойми меня». Ведущий проработал на телевидении 35 лет. Олег Марусев с 2010 года по момент смерти являлся председателем попечительского совета Международного центра искусств Маргариты Майской «Арт Иза Центр». Также артист был председателем жюри Международного фестиваля искусств «Арт Иза Фест». Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.